Здравствуйте, можно на экскурсию? Здравствуйте, проходите на нашу арену, у нас есть батуты, скалодром. Скалодром цепляет? И можно ли поменять на нем изображение? А чем оно вам не устраивает? Ну, меня не то чтобы не устраивает, я просто хочу, чтобы меня цепляло. А она не цепляет! Всем привет, дорогие друзья, с вами ведущий видеосюжетов Макс Interactive Project Kids. И сегодня я вам покажу цепляющие интерактивные проекции на ваш скалодром, на мини-скалодромы. Ну, то есть в любых клубах, где есть батуты, где есть парки скалодромные, можете встретить интерактивную проекцию. Она взаимодействует с детьми, которые ползают по закрепам. И таким образом можно сыграть даже в одну из игр, которые мы предоставляем. Игр и фонов очень много. Все пакеты обновляются, и они, соответственно, бесплатно. И самое главное, это безопасно при правильной установке. После того, как на вашу стену установятся зацепы, вы подкладываете будоматы. На расстоянии 20-30 сантиметров с инструктором ребенок может ползать по этим зацепам на любом фоне, а не на одном и том же. И при этом он будет проходить задания. На скорость задания будет проходить, на внимательность будет задание проходить. И даже сыграть в догонялки. Я говорю именно о виртуальных парках. Вы можете открыть свой собственный виртуальный парк, где у вас будет мини-скалодром с разнообразными фонами, плюс к этому вы добавите еще интерактивный пол, интерактивную стену, ну и интерактивный стол для того, чтобы можно было отпраздновать полноценный день рождения. Обязательно задавайте вопросы, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь. С вами ведущий видеосюжетов Макс. Interactive Project Kids.